вернее, достигнута такая договоренность, по которой мы должны будем изучить антропогенную нагрузку на территорию, которая будет занята гостиницами и там, подъемниками, ресторанами. Вот все, что будет создано в рамках этого проекта. Инициаторы проекта готовы будут возместить затраты, которые понесет правительство Камчатского края на это изучение. Для того, чтобы изучить это все, это будут изучать не какие-то там, знаете, люди из этой же организации, которая заходит, а мы пытаемся привлечь мировую общественность экологическую, которая должна зайти, которая должна дать объективную оценку, что может произойти, что мы можем потерять, что стоит реализовывать, что не стоит реализовывать. А насколько прозрачный будет этот процесс? Для местных жителей, ну, могу так анонсировать, да, что изучение этого вопроса, уже работа в полях непосредственно начнется в июле-августе текущего года. Наверное, к следующему году, после обобщения всех материалов, мы получим проект. Значит, правительство Камчатского края должно будет в силу законодательства провести публичные слушания.